Сегодня Верховный суд вынес приговор Илье Куценко. Это тот, кто убил 15-летнюю Светлану Дедковскую. Вердикт – 10 лет и компенсация судебных издержек – 88 тысяч рублей. В декабре 2022 года Куценко пришел в милицию с повинной, сознался в убийстве девушки. Еще один подсудимый – Максим Корнилов, друг Куценко. Он помогал прятать труп. Тирасполь, Верховный суд. Сегодня здесь слушание по делу об убийстве 15-летней Светланы Дедковской. На скамье подсудимых Илья Куценко. Суд вынес приговор. 10 лет тюрьмы и компенсация судебных издержек – 88 тысяч рублей. На момент убийства Куценко было 17 лет. На слушании были родственники и обвиняемых, и жертвы. Почему общего такое зверство совершил с девочкой и после всего общего режима? Почему не строгого? Единственное. А там пускай что Бог даст ему, то он получит. Ничего не хочу больше. Нина Вячеславовна, бабушка погибшей Светланы Дедковской, на каждое заседание приходила с фотографией внучки и плакала. Я не могу ни днем, ни ночью. Я отвлекаюсь, а в голове все равно она. Почему так? Почему? За что он ее убил? За что? Так я и не поняла, за что он ее убил. Неужели за то, чтобы убрать этот мобильник от нее? Я не верю в это. Светлана Дедковская встречалась с Ильей Куценко. Потом они расстались, но часто виделись в компаниях. Света говорила друзьям, что нашла работу в соцсетях. А там якобы большие деньги. Куценко особенно интересовался заработком Светы. Пытался получить доступ к ее телефону, чтобы найти контакты работодателей. Не получалось. К концу ноября 2022 года Илья должен был вернуть Свете долг 2000 рублей. 1 декабря позвал ее в заброшенное здание у 15-й школы. Когда Светлана отвлеклась на разговор по телефону, Куценко начал ее душить. Потом бил камнем по голове. Тело девушки нашли 8 декабря 2022. Через две недели Куценко явился в милицию с повинной. Никаких контактов работодателей в телефоне Светы он не нашел. Там были два преступления. Сейчас он осужден по одному преступлению. По одному оправдан. А по какому оправдан? Разбойное нападение, связанное с мобильным, с хищением мобильного телефона. За совершение убийства Дедковской ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Обжаловать будет? Будете? Я не знаю сейчас ничего. Вы смотрели вот в глаза Куценко? Было в них раскаяние, когда оглашали приговор уже? Он не смотрел на меня. По делу Дедковской суд сегодня вынес приговор и Максиму Корнилову, это друг Куценко. Он помогал прятать труп, это данные следствия. За сокрытие особо тяжкого преступления 160 часов исправительных работ и компенсация судебных издержек 88 тысяч рублей. При этом отрабатывать Корнилову уже не придется, так как с момента преступления прошло больше года. На тот момент он, как и Куценко, был несовершеннолетним. Корнилов осужден к наказанию в виде обязательных работ и освобожден от отбытия наказания. Приговор Верховного суда еще не вступил в силу. Его могут обжаловать в течение 15 дней.